Сосед Сёма с Моней отправились в лекторий. Жена моя Туська билет взяла в кино, а я пролетарий подал с планетарий. Хотел поглядеть на вселенную, давно летают кометы, вращаются планеты. Давно бы, пора бы отдать бы якоря. Сижу еле-еле, конечности в запреле, сымаю галоши, сымаю прокаря. И вот средь гула портянки подтянула, народ по вселенной поднялся как-то в раз. Бегут пионеры, летят пенсионеры, а дядь, бля, профессор надел противогаз. А я без мужчин, ей-богу, вот понюхал помещение, обулся, надулся и матерно сказал, шаршавой ладонью смял спаи гармонию и гордо, ступая, покинул звездный зал. А шо?